Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет вся на хозяйстве. Вот у нас две свинки. Одна-то супоросная. Вот та вот что-то как-то, видимо, не взялась, что ли. Сейчас попробуем отсадить эту. Вон она какая толстая. Отсадить отдельно и черныша снова подпустить к той. Посмотрим, родит, не родит. В общем, вот так вот у нас обстоят дела. Сейчас пойдем в сад смотреть, как у нас себя деревья чувствуют после зимы. Так как сейчас снег тает, наст, я боюсь, что обломает ветви. Вот, пойдем проверять. У нас черняга там, ох, чешется, чесун. Ну, до сада дойдем, там покажу вам, сниму дальше. Вот так вот у нас дорога по насту. Немножко проваливаемся. Да. Наш пруд потихонечку оттаивает. Наши горы с глиной тают. Летом будем использовать их на глиночурку. Все, провалился, ё-моё. Нагрёт полные штаны. Вот и наш пруд. Вон там вот видно уже, где выходит вода. Сейчас еще стоит снег. Да плюс еще снизу давит водичку. Я думаю, что пруд заполнится. Потом снимем, покажем отдельное видео про пруд. Будем садить кувшинки. Ну, так что будет интересно. Так, вот мы и дошли до сада. Вроде бы все пока нормально. Мешки пока еще убирать рано. Вот. У нас все таким вот макаром. Где-то вообще мешков не видно. Почти. Например, да? Больше потает, тогда уберем. Здесь где-то должен быть тоже мешок. Вон, видишь? Так вот у нас. Напомню, у нас в саду осталось уже 35 яблонь, 4 груши. 42 лещины. В этом году мы еще будем досаживать. Будем садить сливу и вишню. Хотим вишню, по крайней мере. Не знаю, получится, не получится у меня саженцы взять. Ну, будем досаживать. Сливу-то точно посадим. Сколько-то груши еще. Вот. 15 деревьев. В том году я поменял свинюшку на 15 деревьев. Вот мне их должны весной дать. И мы их будем садить. Ну, в общем, пока так. Пока еще рано, что здесь что-то делать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.